asta normal, la lumea asta, așa că am vășenina. Очко, а почему твое, почему мое очко тебя интересует? Ну, если у тебя травма не будет, наверное, очко травма. Не будет. Будет? Нет. Когда будешь драться? Когда ты будешь драться? Я буду. Я каждый день уже, у меня через неделю бой будет. С кем? Лемур. Каждый день. Ты же сказал, что у тебя каждый день через неделю бой будет. Ну так. Как? Так. Эй, это все, ладно. Мы же договорились уже насчет боя. В августе же турнир будет. Какой? Вот, который Магомед Эмениев будет. Я не знаю, я не знаю, когда. Они тут... тебе не дают главный бой. Что хочешь? Что они дадут? Мне важно с тобой драться, все. Мне не важно, главный бой или... Я знаю, для тебя это важно, для меня нет. А, ты для... последний мой соперник. А вот он, я хочу драться, он не хочет. Да, он как трусливичек, я уже... Человек-паук. Я тебе серьезно, я тебе не понимаю. Хочешь драться, не хочешь драться. Если хочешь драться, скажи, буду драться. Если не хочешь... Знаешь, почему меня не понимаешь? Потому что ты не слушаешь, не слушаешь. Ты слушаешь секунду, две, три, там, потом узнаешь, что у меня. Болтай, бабуша. Бабуша. Эй, послушай. Мы же об этом говорили. Следующий турнир будет в августе. В августе подеремся. Какие проблемы? Какие претензии? Короче, главный бой не хочешь? В смысле главный бой? У нас главный бой будет. Не, не будет. Почему? Вот Камиль уже сказал, интервью давно сказал, не будет. Тебе сказал? Не, мне не сказал. Вот интернет. Он сказал. Знаю, я не смотрел. Слушай, вот это главный бой, не главный бой, это не твоя забота, это моя забота, это я организую для тебя, красавчик, да? Красавчик, да? Все для тебя, для тебя, красавчик. Вот тут. Ты особенно любишь, бомбочка, бомбочка. Я хочу смотреть перс, не ты, вот они все пишут, Чорж это шакат. Да, знаешь почему они про тебя пишут? Я все знают, я как мужчина. Нет, а ты... все знают, что у тебя обезьяна. Смотри, ты читать умеешь. Шакал. Да читай там, что они пишут. Они пишут, да, что ты обезьяна. Я считаю, вот. Им просто, знаешь, церемонии, только что им церемонии не хватает. Они тебя так ждали. Я тебе буду избить. Каким образом? Войдай. После этого ты извиниться. Перед кем? Таджикистан. Вот. Ты меня заставишь? Да, да. Запомни это. Скоро это увидишь. Подожди, за что? По-мирски тоже. Они тоже мне пишут. Они говорят, вот это говно. Он себе не знает, что думает. Я тебе воспитать буду. Хорошо, просто... хорошо. Слушай, этот воспитанник... Этот, слушай, ты этот. Травмирование очкошник, вот. У него чоршамбе, нет имя. Да никто не говорит, никто тебя не спросил, чтобы ты про себя говорил. Травмирование очкошник, это твое имя. У тебя очко травмировано? У тебя. Травмирование очкошник, запомни это. Хорошо, я запомню. Этот, продолжим дальше. Дальше. Ты драться будешь? Дальше что будет? Я знаю, что я тебе хотел сказать. Когда вот тебя в эфире нет, вот этот пацан очень... Он очень много про тебя много говорит. Мухаммад, я про тебя ни одно слово не сказал. Я про тебя ни одно слово не сказал. Ни одно слово плохое. По-братски оставь. Ты его не знаешь.
человек, вот это другой человек. Скажи, ты его не знаешь вообще? Да. Скажи, ты знаешь его? Мой старший брат. И мой, он скажи, твой старший брат? Не, скажи, ты позвонил мой старший брат? Кому? Вот это человек. Тебя втянули в эту тему. Нет, серьезно я скажу тебе. Покажи ему. Кто? Вот это осетинский. Вот там есть один пацан осетинский. Да, я он осетин. Ты что? Он чеченец. Вот это я знаю. Другой. Другой помирец тут. Не, он помирец. Ну. Да. А его знаешь? Да, вот мы вырубили его. Еще раз, мы скоро. Мы, знаешь, мы тут. Мы, это когда, например, ты, кто-то еще, несколько человек. А тебя там вообще не было, ты сбежал оттуда. Я был. Ты что говоришь вообще? Я, эй, наоборот, наоборот. Я еле-еле за тобой бегаю. Вот, ты просто обманщик. Ты просто смотри, вот там. Эй, сколько я в своей жизни бегал, вот столько я бегал. Я там был. Я до трех ночи, я там был. Где ты был? В подвале. Я вот там. Чё там? Комната не было. Мне не важно. Ты в подвале был? Человек, два человека, сто человек, мне не важно. Но это человек, который рядом, покажи мне, не чеченец, другой. Не, серьезно тебе скажу. Серьезно мне не надо говорить. Не, покажи ему. Да какой покажи, он братишка мой, он помирец, ты о чем говоришь вообще? Не, не помирец, другой. Другого тут нету, тут вот раз, помирец, чеченец. Вот он. Вот он. Кто он? Ты позвони, мой родной брат. Блин, он, братишка мой, он помирец, ты понимаешь, нет? Помирец, все. Передай это человек, который позвонил, мой родной брат, скажи, твою жопу скоро порву. Вот это скажи, я тебе знаю, что делать. Осетинский, скоро я знаю с ним, что делать. Ну, слушай. Ты мне, ты когда проиграешь, потом что хочешь? Хорошо, давай об этом сейчас поговорим. Ты просто слушай, то, что ты сказал, что ты порвешь кому-то жопу, вот этому человеку, ты за свои слова ответишь? Я отвечаю, да. Потом ты хочешь сказать, что ты извиняться не будешь за эти слова? Я это покажу тебе. Не, мне показать не надо, мне ты ничего не сможешь показать. Я тебе покажу скоро и ему покажу. Не, то, что я тебе сказал, ты понял, ты додумался до моих слов. Ты понял меня? Я понял. Ему скажи, ты позвони мой родной брат и нехорошо разговаривай с братом. Мой родной брат, старший. Кто я? Ему скажи, скоро, где ты будешь, потом я покажу тебе. Вот так и скажу. Что ты покажешь? Ты нормально вот так... можешь объяснить? Потом тебе скажу, как. Тебя просто никто не понимает. Ты можешь нормально объяснить, что ты хочешь сделать, что ты... Пытаешься. Я не понимаю, просто ты не понимаешь. Как это понять? Я понимаю, я не понимаю. Вот как это понять? Я понимаю. Эй, вот. Слушай, ты драться будешь? Я драться буду? Да. Ты сказал, когда? В августе. Августе. Я еще 2-3 боя я выиграю, и потом я сломаю тебя. Какой выиграй? Ты о чем говоришь вообще? Ты на партнерстве проиграл. 2-3 боя у меня будет. Вот хардкор, лемур сапламазер, еще... Да мне без разницы, с кем ты хочешь подраться. Ты со мной будешь драться. Еще после Рамадан, еще буду драться, и потом и с тобой. И с тобой тоже. Потом это когда? Ну вот, где Магай с моим и Нев будет, мы тоже будем драться. Да там не будет у нас боя. Надо отдельно. От меня. Вот, да. Надеюсь, ты не будешь бегать. Ты на английском разговариваешь? Ну да, английский. Английский знаешь хотя бы? Я просто тоже знаю. Давай на английском хотя бы пообщаемся. Да, и знаю. Ну, давай, рассказывай.
Ну давай, по-английски разговаривай. Да скажите что-нибудь. Tell us about yourself. Эй, этот. Ухо тебя заживо? Ухо? Ухо нормально. Ты просто ижди голову. Что? Вот. Ижди голова. Вот. Эй, это. Ты драться когда будешь? Ты сейчас смеялся. Август покажу тебе. Да что ты можешь показать? Все хорошо будет. Просто мне интересно будет. После боя что хочешь сказать? Посмотрим, что ты скажешь после боя. Чтобы подраться, тебе надо... Хочешь, скажи тебе. Скажи, команда, твоя команда, надо готовиться, после которой я выиграю тебя. Потом я буду бить твоя команда. Вот как вы. Зачем? Как вы. Как шакали нападали на моих друзей. Каких друзей? Вот 4-5 человек был в Москве. И? И 40 человек нападали на моих друзей. Ты вот на ровном месте оказался балаболом. Какой 40 человек? Я отвечаю за это. Отвечаешь за это? Вот, и еще. Ты с Джаман. Балабол. Правильно. О чем с тобой еще разговариваю? Эй, этот, слушай. Я что хотел тебе сказать? Так драться когда будем? Ну, я тебе сказал, август. У тебя бой скоро будет. Какого числа? Я не могу сказать, какого числа. В смысле не можешь? Скоро. Тебе кто-то не разрешает или ты в цифрах не разбираешься? Нельзя сказать. Скоро. Почему? Марта будет. Какого числа? Не могу сказать. Мне сказали... Я тебе скажу 9-10 мая. Март, то есть. Не знаешь? Не, не знаю. Если что-то не знаешь, мне набери, я тебе скажу, хорошо? Да? У меня просто вот такого нету, кто-то надо мной хозяйничает. Я чей-то собака там лаю, полеву, дудка играю. У меня бабушка. Такого нету. Ты просто вот как между нами с тобой просто... огромная разница. Ты собака чья-то, а я не... Ты? Огромная ты? Разница. Сейчас, как бабушка огромная... разговариваешь. Запомни, запомни это. Эй, ты часто собака, будет. Тебе будут говорить, вот это делай, то делай, вот это делай, то делай. А мне это никто не говорит, я все сам делаю. Кто мне скажет? Разницу чувствуешь между мной и собой? Кто где мне мой скажет? Уровень, а где твой уровень? Разницу чувствуешь? Смотри, ты должен благодарить меня. Ты даже не обезьяна, ты даже не обезьяна. Для тебя это я для обезьяны, это оскорбление, да. Понимаешь? Понял. Ты собака. Понял. Ты чья-то собака, смотри, ты собака, тебе говорят фас. Ты туда. Короче, ты собака одним словом. Помнишь? За это слова отвечаешь. За какие слова? Это факт. Это не слова, это факт. Все, понял. Просто что иди. Что ты понял? Ты собака, ты даже. Еще раз я тебе. Ты даже элементарно не можешь сказать, когда у тебя бой будет. Элементарно число не можешь сказать. Число не можешь сказать. Ты настолько тобой управляешь, что ты не можешь ничего говорить. Ничего ты говорить не можешь. Я тебе скажу, 8 числа у тебя будет. Как бабушка просто болтает. Как бабушка. У тебя бабушка так болтает? Если ты еще раз так и скажешь, я тебе жопу порву. Когда? Понял? Когда ты жопу порвешь? Вот ты говоришь, бабушка. Слушай, ты говоришь, бабушка. Моя бабушка так не делает. Твоя бабушка, значит, так делает. Нахуй, посмотри, что я с тобой делал. Пидорас. Не выключай только, не выключай. Подожди. Оу. Отправьте ему запрос. Вот он обезьян, а. Он сейчас нервничает. То, что ему говорят, и он делает, это значит нормально, а говорить ему об этом и услышать, значит нет. Зафар, левый-то Google, левый.
Андрейка, мы телефонили, да? Так, друзья, немножко развлекли вас. Обезьяна превратилась в собачку, одним словом. Человек элементарные вещи не может говорить, не знаю, о чем. У меня еще дофига компроматов, его куда он вышел. Скажите ему, пусть зайдет. Волосы подстриги. Да не вариант, братуха. Так же лучше. Чего здесь нет? Эй, Мухаммад, подключись. Да подключись ты. Я больше не буду тебя обижать. Не обижайся, братуха. Подключись. Ты только что назвал меня трусом. Ты подключись. Ответь хоть за свои слова. Мухаммад, подключись, подключись по-братски, а так долго искать тебя. Ну, трудно найти, легко потерять. Мухаммад, тебя трудно найти, легко потерять. Так и хабуду. Предложи ему банан. Бубановый. Ola banan balihan khibati do palay. Muhammad khibati maga maga. Мага, ты тут? Мага. Обезьяну как зовут? Вот так же собаку зовут, да?